Ребята, в Америке мы живем 4 года, и месяц назад мы купили дом. И сейчас я вам покажу, чем же отличаются русские дома от американских. В моем американском доме на моей кухне 20 розеток. Удобство и комфорт – это самое главное для американцев. Каждая розетка установлена на расстоянии 1 метр. Про удлинители вы можете забыть. В Америке это не актуально. С ужасом вспоминаю свою кухню в России с тройниками. Также в американских домах, не принято вешать занавески и карнизы. Для американцев достаточно иметь жалюзи на окнах. Когда мы покупали дом, здесь висели жалюзи. Но карнизы мы все-таки припаслись. Продолжая тему про комфорт у американцев, хочу сказать, по американскому стандарту в комнате по 2 розетки должно быть на каждой стене. Ну вот все для людей, не правда же? В этой комнате жалюзи остались от прежних хозяев, заметьте, карнизов здесь тоже нету. Шкафов гардероба в Америке вы просто не найдете, потому что в каждой комнате уже есть встроенный гардероб. Но еще в американских домах вы редко где встретите люстру. Они используют потолочные вентиляторы. Также в Америке есть апартаменты, где потолочного освещения вообще нет. Так застройщики экономят на электриках, чтобы не делать проводку потолка.